Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет. И сегодня для вас вчера анонсировали, наконец, официально седьмую цивилизацию. Выйдет она в 2025 году, а все подробности нам скажут в конце лета, где-то в конце августа. Вот, в общем-то, и все, что мы знаем. Сейчас вы видите трейлер, видимо, тизер, в котором тоже мало что понятно. Единственное, наверное, можно поугадывать лидеров и цивилизации, которые будут в седьмой циве. Но, опять же, никаких подробностей, ничего нету. После этого тизера выступил сам Сид Мейер. Немножко так почмакал губками, подсокал. Поблагодарил всех нас за то, что мы играем в игру. Оставайтесь цивилизованными, он еще сказал. И, опять же, никаких подробностей. В Стиме уже появилась страница Sid Meier's Civilization 7, но нету ни цены. Написано, что выйдет в 2025 году, но непонятно когда. Весной, осенью, зимой. Единственное, даже нету ни рекомендуемых, ни минимальных системных требований. Так что мы даже не знаем, что там от компьютера будет требоваться. Единственное, написаны поддерживаемые языки, и среди них есть русский. Причем русский написано... Есть. Блин, я уже испугался, что его убрали, потому что он в другом месте находился. Есть русский, подписан и интерфейс, и полностью аудио, и субтитры. Кроме него, там, ну, понятно, английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, японский, корейский, польский и китайский с португальским. Все, в общем-то, вся известная информация. Дальше мы можем либо спекулировать, либо вот как я за счет хайпа хайповать, извините за масло масляное, за счет этого анонса немножко наберу просмотров на видео, но никаких подробностей, только в августе. Я могу сказать, что мне так кажется, что игра выйдет весной 25 года, просто потому что... С шестой цивой, как они поступили? Они каждую неделю анонсировали, рассказывали о какой-нибудь цивилизации из игры. Изначально там было что-то в районе 32 цивилизаций, что ли, или лидеров. Поэтому будем считать, вот мне кажется, что они вот как раз в конце августа и начнут что-то подобное делать. Считайте 32 недели. И у меня получается, что приблизительно, знаете, там середина весны, конец весны, когда... Седьмая цива будет доступна. Ну, мне так кажется, это пока, знаете, гадание на кофейной гуще. То, что они так будут делать, точно так вот анонсировать цивилизации, это 100%. А вот выход, когда конкретный, конечно, непонятно. Так что 2 месяца ждем, а возможно даже и 3 месяца до каких-то подробностей. На этом все. Спасибо, что смотрели. Давайте я даже вот тут свои... координаты оставлю. Ваше мнение в комментариях оставляйте, хотя я не знаю даже, что тут обсуждать, потому что вот весь трейлер вы сейчас несколько раз посмотрели во время этого видео, а больше нам ничего не известно. Все. Слава Украине, живи Беларусь, всем покеда.